Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет, а сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 522. Периметр треугольника ABCD равен 62 сантиметра. BC равняется 17 сантиметров. AB равняется CA. И нужно найти AB. Если периметр равен 62 сантиметра. И задачу будем решать по действиям. Периметр – это сумма длин всех сторон. То есть, если мы AB, CA и BC сложим между собой, то получим 62 сантиметра. А если мы из периметра из 62 сантиметров вычтем сторону BC, то мы получим сумму AB и CA. То есть 62 минус 17 – 45 сантиметров. Это сумма AB и CA. Но так как AB и CA они равны между собой, то если мы эту сумму 45 сантиметров разделим на 2, то мы и получим длину стороны AB. Но 45 сантиметров на 2 не делится. Как же быть? Давайте мы просто 45 сантиметров выразим в миллиметрах, а в миллиметрах это будет 450 миллиметров. А вот 450 можно разделить на 2. Если мы 450 разделим на 2, то мы получим 225 миллиметров. Это сторона АБ. И теперь можно сторону АБ выразить в сантиметрах и в миллиметрах. 220 миллиметров – это 22 сантиметра. И еще 5 миллиметров. То есть сторона АБ 22 сантиметра и 5 миллиметров. И можно записать слово «ответ», потому что на вопрос задачи мы ответили. Сторона АБ равняется 22 сантиметра и 5 миллиметров. Выполнили задание 522. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.